Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим очередную партию посылочек из Китая, Малайзии, США и еще откуда-то, купленные нами на eBay. 5 посылочек. Начнем с первой. Что же там в первой посылке? Давайте узнаем, вскрыв это с помощью волшебных чудо-ножниц и одной руки, потому что вторая держит фотоаппарат. Так, а здесь у нас что же здесь у нас такое находится? Загадочное, замотанное скотчем. Просто перемотанная. А здесь у нас набор для Дмитрия, который называется «Лопасти для вертолета». Как известно, винтокрылая машина летает в воздухе, но благодаря своей сноровке пытается куда-нибудь улететь. За счет этого ломает свои лопасти. Поэтому этот чудо-комплект, собственно говоря, служит для того, чтобы починить поломанные лопасти. Собственно, вот лопасти для вертолета. Спасибо за внимание. Всего хорошего.